Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие подписчики, постоянные зрители, гости канала! Огромное вам спасибо за просмотр, за комментарии, за лайки. Очень вам благодарна. У нас очередной расклад на канале. Расклад будет небольшой, короткий, будет 5 вариантов. Сделаю я его на алхимическом таро. Посмотрим, почему он прекратил с вами общение. Вот, знаете, неожиданно взял и прекратил общение. Ну, либо вообще даже неожиданно. Почему он это сделал и было ли какое-то воздействие извне на загаданного человека. Будет 5 вариантов. Уже сигнификаторы. Итак, первый вариант. Давайте посмотрим, почему загаданный человек прекратил с вами общаться. Было ли какое-то воздействие извне? Ну, по первому варианту я могу сказать, что здесь не окончательный разрыв, здесь вы будете еще общаться. Это первое, что я здесь вижу. Потому что здесь вообще все произошло очень неожиданно. Неожиданно для самого человека, неожиданно для вас. Но тут не было как такового конфликта. Здесь действительно непонятная ситуация, причем судьбоносная. Неприятно сейчас ни ему, ни вам. Причем могу сказать, что оба человека вот в данном конфликте, они не были заинтересованы в том, чтобы прекратить это общение. Внешнего воздействия здесь никакого не было, здесь нет никакой магии. Здесь нет, да, очень много иллюзий, там, каких-то, может быть, страхов, фантазий, но здесь могут быть манипуляции, может быть, молчание, но здесь до конца никто не верит в то, что, как бы это, что это разрыв, либо то, что вы общаться больше не будете. Ситуация очень сложная, было какое-то воздействие, но здесь не было никакого магического воздействия, здесь сложились так обстоятельства, потому что все получилось неожиданно и необдуманно. Вот по восьмерке кубков просто в какой-то момент решилось поставить точку, либо решил, вот кто-то захотел просто, как знаете, как поставить друг друга на место. Здесь какая-то просто, вот знаете, как сложились так обстоятельства, такая вот энергетика была в тот момент, планеты так стояли, видимо. Одни кубки. Нет, здесь так, разбитое сердце. Есть ли какое-то препятствие в этих отношениях? Но самое главное препятствие – это расстояние. Это расстояние и прошлое, которое есть у женщины. Все, самое главное препятствие. Чувства есть, отношения очень судьбоносные. Здесь будет примирение, либо будет новая встреча. Как скоро будет встреча? Пятерка мечей. Здесь как карты не хотят еще об этом говорить. Здесь пока нет возможности вам встретиться, но однозначно, первый вариант. Здесь нет никакого магического воздействия, здесь так сложились обстоятельства. Кто-то на эмоциях что-то сказал, высказал, но после этой ситуации у вас как-то должны начаться заново отношения на другой стадии. Ну, в любом случае, у вас будет шанс на то, чтобы восстановить отношения и улучшить ситуацию в ваших отношениях. Потому что есть чувства по первому варианту, и обоим, вот, участникам конфликта не по себе.
если вы состоите в любовных отношениях по первому варианту, то там тоже были какие-то неприятные ситуации в плане выяснения отношений, статуса обоих в этих отношениях. Так, это первый был. Сейчас второй вариант. Давайте посмотрим, почему загаданный человек прекратил общение с вами. Неожиданно. Или какое-то воздействие. Так, ну, во-первых, может быть два варианта. Первая карта соперница, как сигнификатор. Королева мечей – это соперница. Ну, если вы выпадаете в моих раскладах королевы мечей, тогда, в принципе, здесь вы что-то сделали такое. И по вашей причине, в принципе, это было прекращено общение. Но основной вариант – то, что появилась дружба, которую вы не знаете, появились какие-то отношения с другой женщиной. Неожиданно у человека появилась другая женщина. Не могу сказать, что это роман, там пока все на стадии дружбы, пока просто общение, но вы об этом не знаете. Семерка мечей – это обман по отношению к вам. Женщина очень интересная, страстная, на какой-то период времени, потому что здесь колесо фортуны и восьмерочка пентаклей. Здесь особо долго никто работать над отношениями не будет, там рано или поздно все это закончится, но очень склоняюсь к тому, что появилась неожиданно другая женщина, с которой есть общение. Долго будет ее скрывать, либо она уже появилась, вы просто о ней не знали. На вопрос, если было ли какое-то воздействие, на человеке, которого вы загадали, есть воздействие, потому что выпал повешенный. Ну, вообще, человек сам по себе ходок, на нем есть какой-то негатив. Конкретно в данном случае ничего здесь не было совершено, да, по поводу приворотов, отворотов. Здесь чистой воды просто соперница. Мужчина может курсировать от одной женщины к другой. Называется, кто поманит. Если есть какой-то обман, поэтому на мужчине однозначно есть какое-то воздействие, которое тянется из прошлого. Всадник пентаклей – это воздействие уже ну, больше двух, больше трех лет. Поэтому здесь это не послужило никакой отправной точкой для того, чтобы сбежать. Просто у человека появилась какая-то новая цель, о которой я вам не говорил. Подружился он с новой женщиной, очень интересной, эффектной, сексуальной. Отношения по колесу фортуны, цикличные отношения, легкого характера, ничего серьезного, да? Но в любом случае пропал. Появится ли? Давайте посмотрим. Вообще, по идее, на вопрос, появится ли, должен появиться. Если вы, ну, как-то неожиданно, тайно, потому что тайная жрица и карта справедливости, боюсь, что по второму варианту можете даже что-то сделать. Ну, если не будете делать, ну, в любом случае, может ли появиться? Да, может еще появиться. Такой товарищ, что может курсировать, появляться и пропадать. Но по второму варианту очень вероятен обман. Потому что выпал сигнификатор женщины-соперницы в общих раскладах. Единственное, если вы у меня постоянно выпадаете королевой мечей, то вы могли что-то сделать такое, да, что послужило отправной точкой для того, чтобы он пропал. Ну, не у всех проиграется. Третий вариант. Почему загаданный человек пропал? Третий вариант – это пауза. Однозначно пауза, расстояние. Нужно проработать какие-то моменты, и человек появится. Но на самом деле здесь женщине он уже и не нужен, чтобы он появлялся. Так, была ли какая-то магия, было ли какое-то воздействие на человека?
Мужчина еще мог пропасть по той причине, что он не знает, что нужно сделать. Потому что двойка мечей — это как отсутствие информации, незнание, куда двигаться дальше. Если находится на расстоянии, если это общение любовного характера, потому что, видите, выпал колесничий. Человек может появляться и пропадать, появляться и пропадать. Либо работа связана с переездами, потому что, видите, у него карта работы, карта кропотливого труда и транспорт, конкретно это транспорт. Поэтому вообще у мужчины может быть еще одна женщина, кроме вас. Если вы не являетесь королевой жезлов, то может быть еще какая-то любовная связь с другой женщиной. Не обязательно любовник и любовница, просто такого любовного характера. Но здесь другое, здесь по поводу магии, здесь не магия, здесь воздействие, вот какое было воздействие, что послужило отправной точкой, да? Здесь человек состоит в браке, причем карта Иерофанта, карта умеренности и двойки кубков. Здесь человек давно состоит в каком-то определенном, ой, простите, кубков, двойка жезлов. Либо состоит в браке, из-за которого он не может двигаться, да? Либо, если у вас был разговор о переходе к серьезным отношениям, он не хочет идти в серьезные умеренные отношения. Он хочет приезжать и уезжать. Здесь хочется страсти с королевой жезлов, хочется просто любовных отношений, потому что маг, страсть и колесничий — это отношения любовного характера, прискакал и ускакал. Либо человек состоит в браке, не может двигаться дальше, либо конкретно, если зашел разговор о серьезных стабильных отношениях, то он не хочет двигаться в этом направлении. Первая карта — двойка мечей, последняя карта — двойка жезлов. Пока не определится, может не появиться, потому что отсутствие информации и отсутствие возможности, не может двигаться дальше, не видит дальнейшего пути развития. Здесь я тоже не вижу окончательного разрыва. Вот неожиданно пропал, неожиданно может и появиться. Третий вариант такой, знаете, когда не знает, что сказать, не знает, что сделать, не знает, как отреагировать, он будет пропадать. Потому что сигнификатор все-таки отсутствие информации, и это всегда пауза в отношениях. Четвертый вариант, почему загаданный человек пропал. Так, ну здесь уже все сложно. Четвертый вариант, здесь трагедия. Здесь трагедия. Здесь, скорее всего, уже разрыв. Человек-манипулятор. Обоим тяжело, но здесь десятка мечей, предательство. В таком сочетании действительно предательство. Уехал-приехал, скорее всего, находитесь на расстоянии. Карта любовников и карта колесничего. Болезненная ситуация. Здесь вряд ли будет какое-то восстановление. Даже если появится, такой вариант можно к себе не подпускать. Поэтому понаблюдайте, пожалуйста, за ним. Человек-манипулятор, здесь карта любовников, карта шпиона и карта мага. Маг с колесничим – это человек-манипулятор. Было ли какое-то воздействие на него? Слушайте, на нем столько этой любовной магии из прошлого, шестерочка. Так, здесь шестерка жезлов. Всадник кубков, всадник мечей. Тяжелая ситуация. Здесь не могу сказать, что конкретно кто-то на него как-то повлиял, магически заколдовал. Нет, здесь такой ходок. Причем очень болезненная ситуация, болезненный разрыв. Четвертый вариант, тут не страдайте, не ждите. Человек врет, человек обманывает, сам страдает, вы страдаете. Но здесь больше женщина страдает. Здесь мужчина, у него какие-то определенные манипуляции. Может приезжать, может появляться. Для него, в принципе, ну, понимаете, десятка мечей с пятеркой, с бездуховной любовью, с ограниченной любовью. Причем очень много ограничений, связанных с расстоянием, с передвижением. Здесь еще карта любовников. Здесь не очень хороший вариант четвертый. Поэтому, если пропал, вот скажите ему спасибо и до свидания.
пусть не возвращается. Такое ощущение, что он даже получает удовольствие от того, что он доставляет боль. Первая карта десятка мечей. Ой, первая карта десятка мечей, последняя карта девятка мечей. Боль, страдания, переживания. Вообще как наслаждается еще этим. Пятый вариант. Давайте посмотрим, почему человек, загаданный человек, пропал неожиданно. Король мечей. Тайный мужчина, загадка. Никогда не поймете. Неожиданно появился, неожиданно пропал. Не хочет совершать никаких действий. Мужчина пропал, потому что не хочет брать ответственности. Мужчина свободный, не любит, чтобы его ограничивали. Да, он это сделал по определенному решению. Может, даже просто собрался и уехал. Потому что шестерка мечей и тройка жезлов. Он просто уехал. Он не то, что неожиданно пропал, ему пришлось уехать. Конкретно карта переезда, отъезда в другую страну, в другой город, командировку и так далее. Он неожиданно пропал. Он к этому готовился, он думал об этом. Здесь действия, совершенно определенные действия, туз жезлов и тройка жезлов, новый путь. Было какое-то воздействие. Карта любовников. На нем есть, кстати. Вот пятый вариант здесь очень, очень, очень. Здесь прям конкретно такая хорошая профессиональная магия, сделанная на... Кто-то его привораживал на судьбу. Кстати, может быть, это тоже повлияло. Потому что здесь карта любовников, карта Божьего суда и двойка пентаклей. Там вряд ли что-то получилось, но воздействие есть. Он ушел не поэтому. Это не было основной причиной ухода. Здесь основная причина в том, что он принял решение и ушел. Это связано с его новым жизненным выбором. Здесь нет других женщин, здесь нет вообще никаких соперниц. Просто человек так решил. Что его не устраивало в ваших отношениях? Здесь человек отсутствует любовь, он не хочет любить. Просто человек не хочет вкладываться в любовь, потому что всадник мечей и паж мечей, его все эти чувства и эмоции раздражают. И вот в данный момент человек не хочет, одни мечи. Ум, холодный ум, расчеты, жезлы. Он занят совершенно своей жизнью, карьерой, он не хочет. Он полностью закрыт от туза кубков. В данный момент, пятый вариант, он не хочет ни семью, ни любви, ни продолжения, ни каких-то серьезных отношений. Здесь ни о чем. Есть какое-то воздействие, но это не профессиональная магия, оно не является, то есть, ну, понятно, что что-то уже на нем есть. Оно не является причиной, почему он ушел. Основная причина — он принял решение и ушел в новый путь. У кого-то проиграется переезд, отъезд, командировка, но здесь действие туз жезлов и туз мечей. Действия, совершенные по уму. До конца еще решение не принял, кстати, у него немножко суета в голове, дисбаланс. Появится ли он еще в вашей жизни? Вряд ли. Вряд ли он появится. Дьявол такой. Нет, не нужен он вам. Вот действительно, пропал и пропал, потому что пятерка мечей, девятка мечей, одни депрессии, еще и дьявол. Не очень хороший мужчина. Легко относится к отношениям, знаете, как разбивает сердца, вот пока не нарвется на кого-то. Ушел. Он принял решение холодным умом и просто сделал шаг, несколько шагов, уехал и пропал. Такой вот пятый вариант. Всего вам доброго и до свидания.